Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас распаковочка заказа с сайта Дом 3. Это тоже ивановский трикотаж, вот такой вот мешочек одежды. Давайте начинать. Достала вот мешочек, все очень круто упаковано. Распаковываем дальше. Девчонки, первое, что сразу увидела, это маски. Вы представляете, они положили в подарок маски. Три штуки черных. Блин, это очень актуально, конечно, Дом Трик, за это огромное спасибо, за такой подарок, тем более я медик, мне вообще актуально. Так, вот так выглядит черная. Я не знаю, задом наперед я, девчонки, одела, да нет, вроде, все правильно. Смотрите, это довольно плотный трикотаж, прям плотненький, и здесь все прорезинено со всех сторон. Смотрите, все хорошо закрыто. Блин, здорово, такие маски можно носить тоже 2-3 часа. А потом нужно постирать как следует, лучше с хозяйственным мылом, если у вас нет дома диссредства, и проутюжить, и можно носить дальше. Три черных маски. Блин, я видела у них на сайте маски, но я заказывать не стала, они положили в подарок. Вообще молодцы ребята, конечно. Дом 3, девчонки, это ивановский трикотаж, тоже по очень бюджетным ценам. И три вот таких вот беленьких маски. Блин, так приятно. Смотрите, вот это плотный такой трикотаж. Здесь два слоя минимум. Да, вот два слоя, и он правда плотный, очень плотный. Вообще, блин, круто. Вот беленькая, девчонки, смотрите. Тоже все плотненько сидит, очень актуально. Ладно, давайте приступим к распаковке вещей. Так, я заказывала вот такое вот банное вафельное полотенце. Так, где у нас накладная? Сейчас, девчонки. Пакетик положили. Смотрите, еще какая прелесть. Несколько. Целых три тоже пакетика. Блин, потрясающе. Размер такой ходовой. Вот, девчонки, здесь, кстати, можете посмотреть тоже и контакты, и ссылочку на сайт. Но я ее и под видео размещу обязательно. Так, и вот накладная. Полотенце банное. Где оно у нас дорогое? Вафельное. Девчонки, 180 рублей. Я заказала его сестре, потому что она ходит в баню. И мне кажется, это будет достаточно удобно. Я вам потом на себе тоже как-нибудь покажу. Оно на липучке. То есть вокруг себя обертываете, да? И вот здесь резиночка. И завязываете. Красивое полотенчико, изумительное, вообще супер. Так, дальше. Дальше, девчонки, все опять перемотано. Сейчас будем развязывать. Я заказывала себе костюмчик. Давайте начнем с него. Так, это у нас костюм теплый должен быть, вот на раннюю весну сейчас может быть, если у нас когда-нибудь вообще потеплеет. Так, это костюм из вискозы, нет, это не Венеция, девчонки, Венеция это другой. Сейчас я найду. Двухнитка с начесом футер, Линда, 1100 рублей. Сейчас я вам покажу. Это вещи у меня в основном все в 56 размере, и вот этот костюм я взяла в 58, потому что я люблю, во-первых, когда свободно. Мой размер 52 я ношу, а беру 56 в основном ивановский трикотаж, чтобы вы понимали, но по размерной сетке в основном у всех магазинов, да, ивановского трикотажа, у меня идет 54-56, но я вообще ношу в магазинах, беру 52. Так. Хлопок у нас еще дает усадку. Я все померю вам, девчонки, и буду делать вставочки. Смотрите, вот. Вот такой вот костюмчик с капюшоном. Капюшон двойной, на молнии. И он утеплен, смотрите. Вот. Но не сильно, кстати, теплый. Я этому, если честно, очень рада. С кармашками. И вот такого вот синего цвета к нему идут брючки. Брючки внизу не на резинке, просто вот такие клеш. Резинка вшита, пристрочена, да? Да, пристрочена. Тут такие кармашки. Вот, в общем, вот такой костюмчик одену, вам покажу. Девчонки, первый костюмчик шикарный, просто шикарный. Длина рукава, все как следует. Капюшон вообще обалденный, очень красивый. Рост у меня, девчонки, вот брючки мне прям классно, под платформу еще кроссовочки. А рост у меня 1,68 м, 1,69 м, наверное, где-то вот так. Капюшончик очень красивый, вообще супер. Приятный к телу, невозможно костюм. А здесь тоже кармашки.
И еще один, девчонки, костюм уже в 56-м размере. Вот это уже костюм Венеции. Он 837 рублей стоил. Я вам постараюсь все ссылочки на каждый товар оставить, чтобы вы по сайту не бегали. Ой, какая кофточка классная. Это вискоза, девчонки, это вискоза. Я очень люблю вискозу. Она струится по телу, приятная. Внизу на резиночке. Это классно. Она и тянется хорошо. Но это 100% хлопок. Здесь красивый такой принт. И такие же струящиеся штанишки. Резиночка тоже у нас пришивная. Карманчики. Вот. Но здесь уже внизу есть резиночка. Мне очень понравился этот костюм на сайте, как он выглядел. Надеюсь, и на мне тоже будет выглядеть неплохо. Так, под руку попались теперь мужские брюки. Папа у нас сейчас дома, к сожалению, нет, он работает, поэтому покажу вам их так. А я брала ему тоже в 56 размере, хотя он у меня тоже носит 52. Так, вот как они выглядят. Смотрите, здесь интересная серая расцветочка. Я не знаю, девчонки, я, может, потом на себя одену, вам покажу, чтобы вы представляли. И на штанишках, видите, какая расцветка? Сверху темные, а внизу серенькие. Они с резинкой. Классно, качество мне нравится. Вообще швы, девчонки, все прошиты идеально. Я слышала, что Домтрик отличается очень хорошим качеством пошива. И я вот пока никаких нареканий вообще не вижу. Дальше две мужские футболки в 56 размере. Тоже брюки мужские, девчонки, 591 рубль. Так, футболки мужские 394 рубля. И одна у нас 468. Хьюстон. Подороже, значит, зелененькая вот это 400 с чем-то, а синюю мы сейчас с вами посмотрим, она уже 300 с чем-то. Девчонки, цены сказочные, просто сказочные. Сейчас пока сидим дома, затариваемся одеждой, чтобы с изоляцией выйти красотками, красавцами. Так, вот синяя футболочка, очень, кстати, приятная на ощупь, длинная, все замечательно. Это у нас материал... Кулирка, кстати, кулирка мне очень нравится. Он тоже приятный такой материал. Мне прям нравится. Зеленая футболка, тоже кулирка. Так, вот как выглядит зеленая футболочка. Очень приятная на ощупь тоже, девчонки, прям вообще. Вот так она выглядит. Прям приятная-приятная. Так, дальше, девчонки, очень. Я заказала себе шорты, чтобы бегать по дому. Шорты стоили вообще что-то очень, девчонки... 70 рублей, 70, девочки. Вот они какие. Свободные, красивые шортики. Довольно тоненькие. Так, это у нас какой материал? Бирочка. Что у нас здесь написано? На бирочке нету, девчонки, даже не подскажу. Но это хлопок, естественно. Вот такие шортики под футболочку. Бегать по дому, спать в них вообще класс. Легенькие прям. Легенькие. И, девчонки, ну вот ни к одному шву не могу придраться. Иногда бывает вот где-то настрочка, где-то еще что-то. Но прям так идеально обработано все, вообще здорово. Дальше, девчонки, себе спортивные штаны еще одни заказала. Они у меня в темно-синем цвете, в размере, по-моему, тоже 56. Где мои штанишки? Так, футболка, футболка, костюм, костюм. Брюки, футер с лайкрой. 492 рубля, девчонки. 56 размер тоже взяла. Это обычные синие такие спортивки. Нитка белая прилипла. И внизу они тоже сделаны брючками. Так, на смену или по дому ходить и так далее. Спортом заниматься. Все вам покажу. Девчонки, футболка за 150 рублей из кулирки женская, однотонная она называется, хотя здесь красивый, безумно красивый рисунок, какая приятная она тоже, кулирка все-таки вот мне очень нравится. Вот такая, девчонки, футболочка, они там были в нескольких цветах представлены, я выбрала вот такую. Рукавчик коротенький, вырез достаточно такой глубокий, я не люблю, когда футболки под шею, мягкая прям. Сказала еще, девчонки, махровое полотенце Калибри. Размер его... Так, где ты? Полотенце Калибри. Размер 45 на 90. 260 рублей, девчонки. Все счастье.
Полотенце Худом Трик вообще тьма на любой вкус и цвет, какие угодно. Смотрите, какая прелесть. Очень красивое полотенечко. Я вот для волос его присмотрела. Очень мягенькое. Просто красота. Последняя вещь, девчонки, это у меня туника женская. Она, по-моему, тоже из кулирки. Да, красота, вообще красота. Туника 431 рубль в 56 размере. Мне безумно понравилось, как она сидит на модели. Я хотела бы ее вот с джинсами носить. Мне кажется, это будет красиво. Сейчас с вами посмотрим. Она достаточно длинная. И сделана под грудь, девчонки. У кого есть животик, скрывать. Рукавчик коротенький такой, можно под джинсовочку одевать. В общем, она интересно очень скроена. Я вам сейчас лучше все буду показывать на фигуре, потому что так, конечно, не поймешь. Полотенчик, девчонки, давайте посмотрим. Так. Чпоньк. И длины чуть выше колена. Да прикольно. Вообще удобная штука, на самом деле, из душа выходить. Классная. Вот расцветочка какая. Ну вот и все, мои хорошие, вот такой классный заказ у меня был с сайта Дом Трик. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Все полезные ссылочки под видео, ссылка на сайт, ссылка на все товары. Проходите, смотрите, знакомьтесь. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Берегите себя.